Приехала домой, меня тут ждет посылка. Посылка, я заказала себе маленький вот такой вот красного цвета, вот такой вот маленький чайничек для поездки. Вот такой вот маленький на пол-литра чайничек, потому что я сейчас проверю, как он подогревает эту воду. Я так понимаю, что он будет очень быстро кипятить воду на кофе, на чай и даже на супчик. Я быстро скипячу, перелью в ту свою кастрюльку, и у меня по времени займет гораздо меньше времени, чем та кастрюлька нагревается. Потом сделаю проверку, покажу. Хорошенький такой чайничек. Сколько стоит, убейте, не помню. Даже вообще не помню. Итак, время проверить, сколько, во-первых, он возьмет электричество, это раз. И второе, как быстро он закипит. Включить где-то надо, да? Включить надо где-то. А где включить? Вот так. О, включила. Я налила сколько водички? 250-300 грамм воды налила. И вот оно все из пластиковое. Как будет тут вода кипеть, я не знаю. Итак, было 99%. Мы сейчас посмотрим, как быстро закипит и сколько процентов заберет. Ну, я так понимаю, что он очень быстро кипит. Да, мощность тут еще больше. Мощность тут гораздо больше, чем на той моей кастрюльке. На кастрюльке 240, а тут 564. Значит, быстрее закипит. Сейчас посмотрим. Он уже горячий. И сколько-то по минутам выйдет. Все, прошла ровно минута, я слышу, как уже закипает. И на все это ушло 3% батареи. Все, выключилось. 3% батареи. Очень здорово.